На уроке учитель говорит: «Дети, сейчас я расскажу вам, как появился первый человек». Вовочка задней парты: «Ха! Я бы лучше послушал, как появился третий». Моя жена постоянно кашляет. Какие только лекарства не принимали, все равно кашель не проходит. А травки пробовали? Пробовали. Хихикает и кашляет. Была у Вовочки корова, а у Маши бык. Привел как-то раз Вовочка свою корову к Машиному бычку. Бык залез на корову, а Вовочка и Маша сидят и смотрят. Через некоторое время Вовочка говорит Маше: «А может, нам тоже попробовать? Хм, ну смотри сам, твоя же корова». Случай в ресторане. «Официант, можно мне кофе?» «Я вам что, доктор? Откуда я знаю, можно вам кофе или нельзя?» При приеме на работу: «Сейчас мы будем платить вам $200 в месяц, ну а потом будет больше. Я, наверное, лучше потом зайду». Бабушка говорит: «Вот, Вовочка, тебе уже 3 года исполнилось. Проси папу с мамой, чтобы купили тебе братика или сестренку». Вовочка отвечает: «Бабуль, да зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может». Мужик пришел в магазин купить перчатки и обращается к продавщице: «Можно мне пару перчаток?» «А вам какие, вязаные или кожаные?» «Кожаные». «А вам из свиной кожи или телячьей?» «Телячьей». «А вам коричневые или черные?» «Коричневые». «А они у вас будут сочетаться с вашей одеждой?» «Ну, наверное». «А не могли бы вы принести некоторые предметы вашей одежды, которые вы будете с ними носить, и мы смогли бы вам подобрать точный цвет?» Другой мужик, который стоял рядом, говорит первому: «Слушай, иди лучше отсюда, я тут уже 3-й день торчу, и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу они мне так и не продали». Объявление. Семья цыган из 40 человек снимет однокомнатную квартиру. Тишину и порядок гарантируем. Муж спрашивает у жены: «Дорогая, а вот скажи, у тебя есть какая-нибудь эротическая фантазия?» «Да, есть». «Ну давай, расскажи мне». «Ну я представляю, как занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом пляже на острове в тропическую ночь. Рядом шумит океан, на небе огромные звезды, от вина кружится голова». Тут муж перебивает: «А я сверху или снизу?» «А тебя нет, ты дома остался».